С начала года в водоемах Чувашии погибли 7 человек. Основные причины – несоблюдение мер безопасности и купание в необорудованных местах. Один из последних несчастных случаев на воде произошел 2 июня в Ибресинском районе. Утонул мужчина, ему было 63 года. Тем временем республика готовится к пляжному сезону, правда, купаться еще запрещено. В этом году на открытие купального сезона влияют два обстоятельства. Ограничения в связи с коронавирусом и плохая погода. Для того, чтобы искупаться без риска для здоровья, температура воды должна быть выше 20 градусов. А сейчас она не прогрелась даже до 15. В Чебоксарах все 4 пляжа уже готовы. Новочебоксарские подготовлены. В Мариинском Посаде, в Козловке сегодня. На Суре готовим пляжи. Но купаться пока не разрешаем. Наши спасатели уже дежурят на пляжах. Хотя есть люди, которые иногда не слушаются. Но наши спасатели их предупреждают, что купаться нельзя. Закроется карантин, пляжный сезон откроется, уверяют спасатели. Сейчас в стадии подготовки находится еще 86 мест для безопасного купания.